Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Самсон поражает филистимлян ослиной челюстью. И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Итама, и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя, отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались как перегоревший лен, и упали узлы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и протянул руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиной толпу, две толпы, челюстью ослиной убил я 1000 человек». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.